фортепиано, рояль, вокал, народные инструменты. 24 апреля на сцене детской музыкальной школы номер 1 состоялся отчетный концерт. Ежегодно ДМШ проводит большое количество концертов, но это особенно волнительный как для педагогов, так и для воспитанников. Сегодняшний концерт – это самый главный концерт, к которому школа готовится в течение всего учебного года. Отчетный концерт школы. Традиционно он у нас носит определенный смысл. Методической темой нашего учебного года является культурный код. Точно так же называется наш концерт. Культурный код «7 музыкальных я». В концерте приняли участие учащиеся и преподаватели школы, 12 концертных коллективов. По словам руководства школы, к концерту готовились особенно ответственно и тщательно отбирали номера. Воспитанники и педагоги ДМШ показали максимум своих возможностей. В этом году в отчетном концерте свое мастерство смогли продемонстрировать и самые юные артисты школы. Это коллектив «Веретенушки». Ну, они у нас первый год занимаются, поэтому весь год и готовились, да, девочки? Да. Отчетный концерт – это итог работы всего года. Но вот то, что первоклассники выходят, это как бы не всегда бывает. Впервые такое, ну потому что такие талантливые у нас первоклассники. Отлично. Яркие, интересные. Девочки, а вам как подготовка долгая, трудная была? Да. Да. Как вы готовились, расскажите. Мы пели эти песни много раз и репетировали. Играли на ложках. Сегодня какой настрой у вас? Хороший. Волнительно. В этот вечер артисты подарили публике поистине радостное настроение, заряд позитива и энергии. Отчетный концерт детской музыкальной школы номер 1 и других культурных учреждений города вы сможете увидеть в эфире телеканала «Инсит ТВ». Следите за программой.